Немало веселых, находчивых и артистичных ребят в Славянском районе. Они выступают в молодежной лиге КВН. И всем это очень нравится, как игрокам команд, так и зрителям. 8 школьных и 1 студенческая команда участвовали в полуфинальных соревнованиях Славянской молодежной лиги. Среди команд были как те, кто только пробует свои силы на нелегкой, но очень интересной ниве юмора, так и команды, которые давно уже известны поклонникам игр КВН. Как, к примеру, команда «Адекватные люди» из 17-й школы. Впрочем, состав команды по понятным причинам ушли из нее выпускники, почти полностью обновился, но традиции и задорный дух соперничества сохранились. У нас сейчас абсолютно новый состав. Абсолютно новый состав – это значит новые идеи, что-то всегда новое. Причем в КВН нельзя так, чтобы какие-то старые шутки, всегда нужно что-то новое, потому что будет старое, не будет прогресса, не будет саморазвития. Вот. Очень нравится, всегда приходимся с удовольствием, потому что КВН – это не самое главное победить, не самое главное заниматься чем-то таким принужденно именно этим делом, а именно заниматься от души, просто играть, потому что это нравится. Мы все команда, мы работаем слаженно, у нас репетиции каждый день по расписанию. И плюс, да, это, конечно, это креатив, в первую очередь это юмор, потому что мы хотим заводить народ, мы хотим подавать им, возможно, новые мысли для размышления, потому что у нас есть социальные шутки. И плюс это веселое времяпрепровождение, чтобы, ну, я сейчас в 11 классе, отвлечься от экзамена. Уже разминка показала выигрышные стороны выступающих. Конечно, успех во многом зависит от домашней подготовки и репетиции. Однако нужно и уметь донести свои эмоции до зрителей. Вот сценка о нелегком учительском труде. Ну что, еще по стопочке? Погнали! Все точки над «и» расставил основной конкурс. Ребята после разминки почувствовали себя увереннее на сцене и постарались произвести благоприятное впечатление, не ударив, как говорится, в грязь лицом. За волю к победе отмечена университетская команда «Полярный экспресс». Были названы лучшие команды, которые вошли в число призеров, а победителем признана команда «Адекватные люди». Мы очень сильно волновались, впрочем, как и каждый участник данного мероприятия, потому что КВН – это всегда волнительно. Ты готовишься, готовишься, пишешь шутки и ждешь, чтобы их оценили. И, естественно, когда ты выходишь на сцену, ты очень желаешь, чтобы каждый из находящихся в зале посмеялся. Удалось? Можно сказать, что да. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников поблагодарил всех ребят за неравнодушие и активное участие в играх КВН. Ребята успешно совмещают напряженную учебу с творчеством. Очень много своих задач и в школе, и дома, и дополнительные занятия. Находят время, пишут какой-то материал, придумывают, что-то делают для того, чтобы интересно проводить время, для того, чтобы радовать зрителя. Ну и сегодня результатом становится снова, результаты ставят все на свое место. 17-я школа молодцы. КВН был, есть и будет. Такая мысль прозвучала со сцены в этот день. И думается, нет смысла сомневаться в ее истинности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».